Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет обзор сфера Hearts Timers Roleplay. Да, вот чуваки, реклама, в принципе, я думаю, вы сами это прекрасно понимаете, но это нормально, у всех есть реклама. Я вам уже 100 раз это говорил, там, кто хочет смотреть, смотрите, заходите, кто не хочет смотреть, не смотрите, не заходите. Как бы я вас никого не заставляю. Но сегодня у нас будет, короче, обзор этого сервака, пока что вот пока нету, но он будет вечером. Как я узнал, он будет вечером, поэтому, да. Здравствуйте, давайте напишем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я никому не говорил, что я заходил, я хз, кто это вообще такое. Бонус здесь просто ебанутый, это 99 миллионов, почти 100 лямов и 100 уровень. Не знаю, для чего это сделать, какой-то hard timers, ну типа хардкор, наверное, я так понимаю. Время хардкора или что-то такое, переводится название. Давай я помогу. Давайте сядем сзади, короче, как папка. Нам нужно жилье сначала. Просто едем такие с личным водителем. Личный водитель у нас появился. Вообще топчик. Просто топчик, пацаны. Вот так должны начинаться обзоры серверов с личным водителем. Серьезно, я никому не говорил, что я сейчас зайду именно. Но, видимо, мой ник уже сам за себя все говорит. Что это я. Зашел. Ну, потому что я под этим ником, пацаны, играю уже 5 лет в РМП. Чтобы понимали. Поэтому этот ник довольно-таки известный. Ух, херась, там строечка или что-то. Блин, прикольный маппинг. Кстати, видели, какой у них вокзал классный? Маппинг мне понравился. А вот что-то вот этот барьерчик немного неправильно поставили. Так, чувака, походу, крашнуло. А, не, прилагало. Так, ну ладно, мы сейчас едем, так я понимаю, в мэрию. Ну, мэрия это знакома, в принципе. Я знаю, она была, по-моему, на URM. Если я не ошибаюсь. Так, дружище, дальше я сам пойду. Давай, я зайду сюда. Так, ну, интерьеры у них классные, я вам скажу. Так, это мы паспорт получаем. Так, оформить паспорт. Вы успешно получили паспорт. Чтобы использовать паспорт, ну так, давайте пас 0. Попробуем показать. А, проживание в стране 100, серия. Угу. Ага. Телефон не имеется, брак не имеется, военный билет не имеется, организация не имеется, должность нет. Так, здесь у нас есть создание семьи, создать семью. Давайте, может, создадим семью. Имеет 2 миллиона и 10 уровень. Название семьи можно будет изменить в дальнейшем. Давайте family. Game. Так, для создания семьи необходимо иметь 300 рублей. Для создания семьи не рекомендуется знакомиться с пределом информации. Может быть изменено в дальнейшем. Ну, Кирилл, Кирилл, допустим. Во, все. Так, вы использовали себе Кирилл Гейм для управления семьей Family. Family. Используйте команду, так, окей, Family. Что мы можем, пацаны? Давайте посмотрим, потому что будет еще стримчанский по этому серваку, поэтому можете заходить, регаться и смотреться в семье. Так, звонок Кирилл Гейм, создавал семью, все ходит. Дата создания, создатель. Заместителя можно будет поставить. Так, окей. Какие семьи, изменить цвет рации семьи. Давайте поставим, наверное, пусть у нас цвет рации будет. И зеленый пусть будет. Воу. Так будет нормально. Так, изменить цвет рации, сильное название семьи. Давайте, не знаю, может, попробуем баррикада. Кирилл Гейм. Нет, не получается, ладно. Склад. Взять патроны. Один патрон, недостаточно. Окей, я не знаю, как надо будет, по-моему, дом Фомы покупать или что-то вроде такого, я точно не знаю. Да, вот настоящий бизнесмен, блядь. Лично водитель мой куда-то съебался, и мне приходится бежать самому в автошколу.
Хотя не знаю, нам нужны права или нет. Давайте проверим всякий случай. Нужны ли нам права или нет. Так, окей. Ага, автошкола, кстати, прикольная такая. Так, управление мизин. Давайте купим лицензии все эти. В каком случае разрешено план впереди движущийся ТС? В случае отсутствия очередной угрозы лобового столкновения. В случае передвижения за городом. В случае очевидной угрозы. Ну, скорее всего, первое. В каком случае разрешено план впереди движущийся... Ну, я же выбрал. Очевидной. Так, какая максимальная скорость транспорта средства по городу? 60. В каком месте водитель имеет право осуществлять парковку? Посередине дороги, на парковке, на перекрестке, на тротуаре. На парковке или обгон по приветственной линии, только для машин со специальным. Попроси, всегда разрешен. Должны ли быть видны госномера автомобиля? Нет, не должны, только сзади, только впереди, должны спереди и сзади. Все, поздравляю, вы сдали тест. Пацаны, не зря я учил правильно дорожное движение, пацаны. Когда я учился в техникуме. Поэтому все заебись. Так, берем бэху, ебать. И едем сдавать на права. Так, ваша задача следовать по чекпоинту. Вперед, окей. No problem. Только что это за шкала, я не понимаю. Вот это что? Кто мне объяснит, пацаны, в комментариях? Здесь спидометр такой довольно-таки приятненький. Эта полосочка меня смущает, реально. Что она ко мне пристала? Ну ладно, я не буду, наверное, снимать весь путь прохождения этих чекпоинтов, потому что это будет скучно и нудно. Блин, что-то я завтыкал и скорость превысил. У меня одна ошибка есть, но надеюсь, я сдам на права. О, можно будет на воздушном шаре покататься, бля, я хочу. Так, давай. Let's go. Ну, зеленый, пожалуйста. Ты можешь, сука, загореться уже, блядь. Спасибо, блядь. Конечно, что-то долго, наверное, загорался у нас. Да еще дом себе будет найти. Ну, блин, машину не знаю, может, в этой серии купим. Ну, хотелось бы даже самотпак. Вы сдали экзамен на управление наземным транспортом. Спасибо, все, пацаны, я сдал, я красавчик. Я молодец, я прям могу, да. Молодец я, конечно. Извиняюсь, чуть-чуть туплю, блядь, с утра. В 9 утра, блядь. Я вчера заснул, короче, в 7 вечера и только проснулся в 9 утра, вот. Вообще заебись, да? Крепко поспал. Зато, блядь, не знаю, зато что, блядь, хотел сказать бодрость, но что-то бодрости я не чувствую, блядь. Поэтому, да. Опачки-тапочки, блядь. Здрасте, я ваша тетя, нахуй. Опа-ча, ебать. Сейчас бы бизнес по усу ебануть. Нормально. Еще магазин одежды. Вот это я молодец, ебать. Вот это я красавчик капитальный. Хотя, блядь, тут прибыль не будет нормальной. Че такие скины дешевые? Че за кидалово, нахуй? Ладно, я возьму свой любимый скин. ТП. Вот. Купить, нахуй. А-а-а, на ебончик есть. А не, нихуя. Он стоит 2000 рублей. А ну, Б-панель. Открыть бизнес. Лицензия на бизнес. Ебать, у меня лицухи нету на бизнес. Ёбаный. Не знаю, что там ёбаный. Так. Давайте, может, админа спросим. Так, связь с администрацией. Где тут она? Алло. Ага. Не, нихуя. Можно вопрос? Что, вопрос нельзя задать? Чего-нибудь? А, во. Да я слепой просто. Где взять лицензию на бизнес? А то, бля, обидно будет, если он слетит, конечно, этот бизнес. Будет очень неприятно. Блядь, наконец-то хоть где-то нету башни Останкиной. Кстати, я знаю, откуда этот маппинг. Это не сами делали, они... Это одна группа, я видел ее. Еще 2 года назад этот маппинг видел. Но все равно прикольно, блин. И некоторые маппинг не спорят, здесь нуля сделан. Все, пацаны, погнали. Вы успешно арендовали воздушный шар. Все, сейчас будет полет века, пацаны. Готовы? Готовы, да? Все, сейчас полетим. Надеюсь, не знаю, куда он полетит, конечно. Наверное, хрен знает куда, но... Ладно. Зато я попробую полетать на нем. Опа. Мама, я лечу, ебать. Зато посмотрим южный с высоты, так сказать.
птичьего полета. О, как раз будем над этим идти. Так, не, ну выглядит довольно-таки прикольно. Смотрите, такая дорожка, типа, Дикса. Это для, типа, молодежи, ебать. Так сказал, блядь, кому-то мне, сука, лет 40, на. Да. Подиум, чтоб танцевать, ебать, там. Кадритчик. Так, ритм у нас есть там какой-то. Тоже нормально. Вот вокзал, откуда я, блядь, вышел. Автосалон я вообще в душе не ебу где. Вертолет есть, это ФСБ, походу. Ну все прикольно, пацаны, все прикольно. Что могу сказать? Заебись. Заебись. Ну а на стриме, наверное, мы подробно все посмотрим. Стрим не знаю, когда будет. Может даже сегодня, но навряд ли. Посмотрим, короче. Всем спасибо за просмотр. IP-группа будет в описании. Вот так будет вечером. Кому понравился сервак, заходите, играйте там. Ну и ждите стрима по этому серваку также. Всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright.